Итак, римский полководец Сципион, второй уровень, стандартный сетап. Стандартный сетап на мечника. Марафон, карта. Что у нас тут есть? Третий уровень луки. Ой, тут и первый уровень. Ну, сейчас день, утро где-то. Видимо, еще мало игроков, поэтому... Поэтому... Третий уровень попадает с первым. Так, пока отправили первый отряд подсветить. Пусть он там стоит. А эти два пусть стоят только здесь. Никуда не пойду вперед. Пока нашего тут конница. Пусть она разведает. А я пока постою. Там луки могут оказаться, еще кто-нибудь. Ну, еще кто-нибудь мне не очень страшен. Артиллерия, да, ну, вряд ли, конечно. Мелководье. Да, я попал в мелководье. Снижает эффективность. Так, ну вот там пехота. И вот там луки. Перестроимся пока тихонечко. Вот и луки идут. Значит, луки нам не надо, уходим. Уходим. Если они сейчас луки вперед выставят, то конница, по идее, неплохо, если бы... О, наши луки пошли вперед. Это правильно. Вот сюда. Прикроем наших луков на всякий случай. Сейчас они будут поливать вот эти, будут поливать вот эти. Если я правильно понял. Да, молодцы. Молодцы, молодцы. Вот эти луки лишь бы до меня не достали. Так, ну то, что пехота сюда идет, это даже нам на руку. Вот конница. Сейчас вот. Давай, обходи, обходи. Красота! Все, пошли мы тоже тогда в атаку. Сейчас обойдем с двух сторон. Так, испугаем. У нас чаржа как такового нет. Тут, правда, вот... Ну и давай этого. Помощь. Ой. Извиняюсь, не туда отправил. Раздавить надо, пока тебе боятся. Немножко перепутал я отряды. Да ё-моё, опять не туда. Нет, все сюда. Так, страх тоже включим сразу.
Так, они меня испугали, да, немножко. Да. С двух сторон. Тоже появился у них еще третий отряд. И моего немножко сдавили. Ну сейчас, сейчас разберемся. Вот. Сначала с одним разберемся, потом с другим. Хорошо у них тоже держится пехота. Ну что вы по своим-то стреляете? Так, луки, вы с ума не сходите там? Я и без вас тут справлюсь. Так, мы крупно выигрываем. Здесь у нас... Ой, где? В лесу какой-то непорядок. А, ну тут... Один давай отправим сюда, а один вперед. Вот на этого. Так, сбоку. Отлично, мы тут зашли. Напугали. Так, а что у меня крик выключился? Атака, фланга и крик еще. Все мы тут, да? Все, враг побежал. Прекрасно. Так. Побежал. Ну, все, пошли тогда захватывать базу. Этим я не знаю, успеем мы или не успеем. Сколько луки. Да, в принципе, пока они бегают, может, мы даже что-то и успеем. Да нет, бесполезно. Бежали. На базу на захват. 29, это скорее всего вот эти бедные утки остались. Вот эти, да. Что ж, победа! Первая победа сегодня, как говорят танкисты, снял звезду. А, забываю на серую кнопочку нажать. Неплохо. И не слишком шикарно. Ну да, потому что первая победа, поэтому, ну вот да, в серединке. Давайте еще посмотрим.